Такая табличка означает, что парк обработан специальным составом от клещей. И таких участков в Ярославле более десятка, общей площадью 50,9 гектара. Обработку проводят люди в специальных костюмах и респираторах, защищающих человека от ядовитого для клещей вещества. От случайных прохожих участок зеленой зоны на время проведения работ огораживают. Правда, в этом году, в отличие от предыдущих, клещей уничтожали до 6 утра или после 10 вечера, когда большинство ярославцев находится дома, а не в парках или скверах. Он снижает их способность к укусам, потому что вот обработки эти проводятся именно в период, когда они только начинают появляться, где-то 5-10 лет уже, как ведутся вот эти обработки противоклещевые. По итогам 2010 года на объектах, на которых мы производили обработки, ни одного вот укуса клещей не было. В первую очередь клещей уничтожают на тех территориях, где отдыхает большое количество ярославцев. Сквер на Юбилейной площади, например, территория Музея боевой славы, подзеленье и другие городские парки и зеленые зоны. В целом город потратил на противоклещевую обработку около 200 тысяч рублей. Следующая обработка зеленых зон Ярославля от клещей запланирована на осень, когда эти насекомые готовятся к зиме, для того, чтобы следующей весной их проснулось как можно меньше. Зоя Рыжкова, Максим Сушанов, городской телеканал.